Всем доброго времени суток, с вами Нохит, и это очередной выпуск прохождения игры Мафия 2. Продолжаю проходить дополнение к игре, которое называется «Приключения Джо». В прошлом выпуске я проходил миссию под названием «Проблемы старика». В этом выпуске я буду проходить миссию «Урок хороших манер». Также, если вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. И перейдя на мой канал, вы сможете найти видео, где находятся все журналы Playboy основной сюжетной линии и все плакаты розыск. Если интересно, переходите на канал и смотрите. Приятного просмотра. Поехали. Извиняюсь, что долго не было. Собирался выпускать видео раз в 3-4 дня, но уже прошло почти неделя. Дела внезапные появились. Так, сейчас, как всегда, прогрузится. Итак, друзья, я извиняюсь, у меня просто не сразу прогружается, может подлагивать. Так, сегодня мы будем проходить миссию. Вот этот вот. Урок хороших манер. А потом буду сюрприз проходить. Прошлую миссию я не на самый высокий результат сдал. Моя, так скажем, вторая миссия, где я на самый высокий не смог сдать. Но я думаю, ничего страшного, как-нибудь. Такие вот дела. Даже не знаю, что сказать. Такая долгая пауза была в создании видео. Вот. Ну, там уже было пройдено 40%, почти половина. Мне еще журналы искать. Немножко подлагивает, наверное, из-за разрешения экрана. Как обычно, возьмем нашу ласточку. Ну давайте рассказывайте, как у вас дела там. Какие игры хотите видеть на канале. Не кажется ли, у меня лагает? Вот. Ну, по традиции скажу. Не нарушайте правила дорожного движения. Кстати, куда я еду? А поближе никак. Или он сверху? А ладно, не важно. По традиции скажу, друзья, не нарушайте правила дорожного движения в жизни. Будьте аккуратны на дорогах, берегите друг друга. Жизнь одна, никто новую не даст. Так, я куда-то не туда не заехал. Я крайне извиняюсь и могу тупить. Я очень давно не играл. Вот, поэтому этот... Я даже не удивлюсь, если я не сдам... Ой, простите, пожалуйста. Я ее не убил, она просто сознание потеряла. Этот, у нее болевой шок там, сознание потеряла. С ней все в порядке. Так вот. Мне ужасно непривычно. Я как будто играть разучился. Я где-то, наверное, неделю не играл. Вот. Жалко, что машина покорябала. Кстати, ребят, если у вас есть друзья-геймеры, которые тоже играют в игры, то можете посоветовать мой канал. Пока что здесь только Мафия вторая, но потом будут другие игры со временем. Вот, потом, может быть, вообще стримить начну, если получится. Так, а зачем сюда приехал? Ладно, это не важно. Приехал зачем-то в дом этот, этого, как его, Эль Грека. Тихо! Откуда здесь столб? Ой.
Не, ребят, я разучился играть. Я думаю, я не пройду это задание. Придется... Блин, что такое медленный? Придется переигрывать. Ну и... А, внизу. Тихо. Ой, это копы. Ок, а вот и задание. Ну что ж, давайте его выполним. Точнее, попробуем выполнить. Ох, надеюсь, у нас все получится, ребят. Посмотреть задание. Урок хороших манер. Джо, у меня тут щекотливое дельце. Один ублюдок вчера в борделе начал руки распускать с моей лучшей девочкой. Так я его напугал, что она работать отказывается. Он так её напугал, что она работать отказывается. Мне только семейных ссор на работе не хватало. Так что, Джо, ты сегодня пойдешь домой к этому уроду и как следует растолкуешь ему наши правила. Только не перестарайся, он один из наших лучших клиентов. Ого. Отправляйтесь домой к мерзавцу и поговорите с ним по душам. Ну, давайте попробуем. Блин, у меня же все на время. Как я могу постоянно забывать? Все, ребят. Торопимся, спешим. Я извиняюсь, у меня опять пролагалось. Копы, я не хочу вас врезаться. Так. Бибикнул. Так, куда ехать-то? А, кстати, не очень далеко. Примерно здесь где-то. Эй. Езжайте через ворота и припаркуйтесь возле входа в дом. Сюда вломиться? Ах ты, черт. Окей. Так. Избейте его... Поосновательнее. Ничего себе вилла. А, вот тварь. Всем офигел, на девушку руки распускать. Эй. Джо, не стани. Эй, ну. Блин, он... Тут боевка... Что же делает? Я просто привык, что Вита контрудар делает с руки, а он зачем-то с ноги это делает. Офигеть. Зачем-то он ногой бьет. Конечно, прикольно, что здесь поразнообразнее удары, но, блин, ужасно неудобно. Зачем он с ноги его бьет, если удар все равно... Разработчики, вы лучшие. Вот. Вот что он. Зачем он ногой делает? Давай, ну зажимай там, наконец-то. По яйцам. А что дальше? Кстати, ребят, журнал Playboy еще один. Так, теперь мы знаем, где его искать. А можно его убить? Ну офигеть, у меня время идет. Алло! Ты будешь его бить, нет? Ай. Ясно.
Офигеть, у меня же время тикает. Потому что... почему я не могу достать ствол? Это уже же не друг его. В смысле, это не уже не он. Как же дебильная боевка. Я хочу руками бить, он зачем ногами пихается? Неужели? Ребята, ладно, журнал потом возьмем. Нам сейчас важнее этот. Куда я пришел? Я не знаю, ребята, наверное, не успел. Ну, я все-таки успел. Буковка С. Ну и нормально. Ну, это был короткий ролик. Кстати, еще 2000 долларов. Но я вижу, ну так денег нормально, ну, берут. Ну, дают точнее. Поэтому я думаю, нормально. Вот, друзья, спасибо за просмотр. Пишите, что вы думаете о боевке, ну, как Джо дерется, ну, как, не как же Вита. Мне кажется, что совершенно по-дебильному сделали, что ты привык, ну, как Вита контрудар делал с руки, а он ногами впустую бьет и, считайте, ничего не делает. Вот. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. В следующей миссии я пройду задание, которое называется «Сюрприз». Потому что пока что других вроде я не вижу, чтобы открывалось. Всем удачи, всем пока. Easy go.